В состав экологического совета вошли 23 человека. Это ученые, преподаватели, представители власти и общественных природоохранных организаций. Образование этого совета – это не просто так, это результат долгой работы председателей экологических природоохранных организаций, городского собрания города Сочи, представителей структуры власти. В принципе, координационный совет – это его основная функция – координировать усилия вот наших специалистов, наших десятков специалистов города Сочи, которые решают экологические проблемы последние десятилетия. На первом совещании был утвержден план работы совета на 2016 год. Совет планирует рассматривать и помогать в решении важнейших вопросов экологии. Это борьба с вредителями уникальной растительности, проблема сточных вод, инвентаризация зеленых насаждений, утилизация твердых бытовых отходов, состояние рек, берегозащита, восстановление пляжных территорий, финансирование экологических программ и другие. Прямо сегодня по плану у нас рассмотрение очень важного вопроса. Это памятники природы местного значения. Сейчас городу передано больше 4000 гектар земель, которые раньше принадлежали Сочинскому национальному парку. И уже сейчас надо начинать планировать на будущее, учитывая их в зонировании в виде рекреационных зон, либо экологического каркаса территории для города Сочи. Основная функция нового органа – консультативная. Совет будет давать и рекомендации представителям власти и другим контролирующим службам в решении важных вопросов экологии.